Это диалог в стенах городского исполнительного комитета, открытая встреча, в рамках которой министр внутренних дел Иван Кубраков постарался донести до руководителей те принципиальные позиции, чья трактовка сегодня вызывает большое количество обсуждений в сети интернет. В частности, речь о прибывающих мигрантах. Ситуация, по мнению руководителя ведомства, находится под контролем. Ситуация под контролем как в городе Минске, так и в других областных городах. Что касается границы, да, действительно, особенно граница с Евросоюзом, Польша, Литва пытаются на территории Республики Беларусь насильно, вы это видели прекрасно, в том числе и с применением силы, заставить граждан перейти границу. Но на сегодняшний день и наши пограничники, и сотрудники внутренних войск Министерства внутренних дел также несут совместно службу в усиленном практически режиме. Вот, естественно, перейти нашу границу можно только официально. Не допустить распространения фейков и дать возможность людям задуматься. На этом в рамках большой встречи Иван Кубраков остановился отдельно. Задача руководителей предприятий и организаций здесь заключается в том, чтобы говорить в своих коллективах о том, что делают люди на просторах интернета. Ситуацию министр разобрал на примере недавней трагедии, в которой погиб сотрудник КГБ. Сегодня, когда ответственность за распространение недостоверной информации усилена, каждый должен понимать, как вести себя в общении онлайн. И несмотря на мнения и разногласия, оставаться человеком. Все устанавливаются, и как только их задерживают, привлекают к ответственности, все сразу плачут, все вспоминают про свои семьи, про своих родных и близких, ой, а как так, посадят в тюрьму. Поэтому я еще раз повторяюсь, у всех есть семьи, и у сотрудника, который погиб, исполняя свои служебные обязанности, тоже есть семья, и он отдал свою жизнь за Родину. Поэтому всем я просто призываю всех задуматься, это год единства, объединиться и жить мирно и спокойно. Кроме того, в рамках общения поднимались вопросы совершенствования Уголовного кодекса и другие, не менее важные темы. Также в рамках визита в Брест министр внутренних дел посетил один из пограничных переходов. Ивану Кубракову были продемонстрированы современные системы и комплексы, позволяющие поддерживать безопасность на западных рубежах Беларуси. Сегодня пограничные войска имеют достаточно серьезное материальное обеспечение, которое позволяет в сжатые сроки реагировать на ситуации разного характера. А это значит, что обстановка на границе 24 часа 7 дней в неделю находится под полным контролем. Сотрудничество всех служб в погонах, их тесное взаимодействие является гарантом безопасности и уверенности в завтрашнем дне.